Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. Первый осенний день в Самарской области пасмурно и дождливо, похолодает. Плюс 13, плюс 16 днем, ночью 10-12 градусов выше ноля. Ветер северный, северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, небольшой, но продолжительный дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 11 градусов. Северный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя. Днем плюс 13, ночью плюс 11 градусов. Северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо. Дождь всего лишь плюс 14. В дневное время ночью 10 с плюсом. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Температура воды в реке Волга 21 градус. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.